Водолеи, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш таро-прогноз на следующую неделю. Смотрим и анализируем период с 20 по 26 июня 2022 года. Помогут нам в этом таро Мьюз, а также Ленорман Утопия. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад, на изучение информации по событийному ряду. Будем смотреть и анализировать. Позитив недели, негатив недели, совет от карт. Что же у нас здесь? Итак, как мы видим, королева пентаклей, двойка жезлов и колесо фортуны. Здесь идет помощь, поддержка от женщины земной стихии, телец, дева или козерог, которая вам подскажет какой-то вариант в вопросе выбора, либо какой-то альтернативы. То, что может кардинальным образом поменять вашу судьбу, поменять ее в лучшую сторону. Здесь помощь, здесь как денежное, словом, делом. Здесь, понимаете, человек, который вас направит, потому что по этим арканам это найти верный путь, отыскать, может быть, у кого-то смысл жизни, направление движения, либо вопросы реализации, все что угодно. То есть человек, который вам дает какую-то поддержку. И этому вопросу, конечно же, вы будете несказанно рады. Еще. Это, допустим, найти для себя альтернативу в плане инвестиций, хорошо заработать. Но здесь, знаете, как говорю, не складывать яйца в одну корзину, потому что двойка жезлов – это как располовинить ваш доход, ваши деньги, да, для инвестиций в разные источники заработка. И действительно, это будет очень прибыльным, очень доходным. Еще это какие-то траты, связанные у кого-то могут быть с поездкой, с переменами. Кстати, даже с вопросами обучения, потому что в связке этих арканов это та альтернатива, которая позволяет вам в дальнейшем больше зарабатывать. То есть инвестиции в себя в саму, либо себя самого, которые дадут результативность через некий период времени. Если арканы смотреть с точки зрения личной жизни, и на данном этапе вы свободны, то здесь, как я вижу, по десятке мечей ситуация является неизменной. Здесь только максимум общаться с кем-то, либо поддерживать бывшие связи, ну, на дружеском таком формате. Но речь не идет о новых, либо перспективных знакомствах. Если же вы в статусе любовного треугольника, то это осознание того факта, что вы не хотите быть на вторых ролях. Вам важен официальный статус. Поэтому это поднимать вопрос ребром, потому что не хотите быть любовницей либо любовником. Здесь идет желание кардинальным образом поменять текущую ситуацию, данное положение вещей. То есть это как не быть на вторых ролях. Если вы в стабильных связях, то двойка пентаклей – это, знаете, объять необъятное, все сразу. Допустим, работу и личную жизнь, составить баланс. Либо работа, личная жизнь, увлечение. То есть во всем гармония, во всем вместе с тем динамика. То есть вы ничто не оставляете, ни на что не забиваете. Потому что здесь прикладывать максимум усилий для получения результата. Но при этом, видите, быть в балансе. Акцент, конечно же, здесь на вопросы вашей реализации, заработка, получения дохода. То есть какие-то инвестиции, которые впоследствии дадут вам возможность чувствовать себя финансовой безопасности, в зоне комфорта. Если арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и вы на данном этапе не можете работать, то королева пентаклей, двойка жезлов, колесо фортуны – это финансовая помощь, может быть, от матери, от супруги, либо, может быть, ваша подруга, родственница, которая вас может поддерживать материально. Если же вы в статусе соискателя, то обратите внимание, по девятке пентаклей – это могут быть цели, планы, задачи, открыть какое-то свое дело. Потому что здесь четко вот прослеживается нить желания работать на самих себя, желание иметь какую-то свою базу, свою почву. Если же вы в статусе наемного сотрудника, то пятерка кубков – это, опять же, ситуация отчаяния. Почему? Потому что понимаете, что здесь расти больше некуда. Вы себя не видите на текущем месте. Как следствие, здесь искать либо иную альтернативу, либо действительно также могут здесь быть мысли – открывать нечто свое. Здесь могут быть страхи, переживания по этому поводу, особенно вытянете ли все это финансово и будет ли это рентабельно впоследствии. Поэтому вы здесь мечетесь, поэтому здесь такие раздумья, стоит, не стоит, как поступить, как себя вести, как действовать. Но страхи, как показывают арканы, эти не обоснованы. То есть если задумались что-то начинать, новая работа, либо инвестиции в собственное дело, действуйте.
Если у вас свой собственный бизнес, ситуация, которая будет стабильна. Четверка жезлов – комфорт, процветание, новые возможности. Более того, привлечение, допустим, ваших близких, родных, родственников к вашему делу и расширение вашего предприятия, потому что двойка жезлов и колесо фортуны – то, что увеличивается, растет в объемах. В плане состояния здоровья обращаем внимание на желудочно-кишечный тракт. Обращаем внимание с вами на вопросы гормонального фона и гинекологии, ну, в частности для женщин это на придатки яичников. Так, что у нас в негативе? Рыцарь пентаклей, рыцарь кубков и восьмерка кубков. Ну, во-первых, для кого-то это ситуация задержек. Допустим, задерживается ваша поездка, меняются планы, либо откладываются планы, либо в дороге, знаете, где-то чего-то долго ожидать, отмена рейса, смена рейса. Либо если вы выехали по ряду причин, не знаю, у вас там командировка, или вы выехали за рубеж, это длительная ситуация, когда вы не сможете вернуться домой, вернуться в родные пенаты. То есть ряд каких-то препятствий, ограничений, которые вам здесь будут мешать. Если это касается, опять же, там, ремонта автомобиля, ситуация, которая затягивается во времени, допустим, нет каких-то автозапчастей, еще каких-то моментов, потому что, как показывают карты, длительное ожидание и ваш дискомфорт по этому поводу. Это, в принципе, знаете, как эмоциональное выгорание, когда вы находитесь вдалеке от своих близких, от своей какой-то поддержки и переживания по этому поводу. Так, что у нас здесь в плане рекомендаций? Ну, по восьмерке мечей. Посмотреть на эти ограничения с иной точки зрения, как, знаете, как под другим углом. Даже то, что вам сейчас кажется самой большой бедой, на самом деле может вам принести великое благо. Сами того не осознавая, знаете, мы часто мечемся, бьемся пяткой в грудь, как же так, за что это все. А по факту потом выясняется, что о, боги, спасибо, что произошло именно так. Поэтому здесь вот восьмерка мечей. Не делать поспешных действий и как следствие принять эти ограничения. Если что-то не клеится, вот смотрите, у вас дно колоды, видите, паж монет. Это, знаете, как дайте созреть результату. Либо то, что происходит, происходит к лучшему. Впоследствии вы получите, ну, как больше того, чем вы ждали по факту. Поэтому не форсируйте события, и все будет у вас в порядке. Смотрим неожиданность периода. О чем здесь идет речь? Какова ситуация? На что рассчитывать? На что надеяться? Книги, клевер. Кольцо. О, какие классные карты. И здесь вот ваши вопросы выбора. То, о чем мы говорили, да, с вами. Быть или не быть. Вот в чем вопрос. Итак, книги, клевер, кольцо. Арканы, которые здесь указывают на углубление, получение какой-то информации, получение знаний. То, что вам впоследствии может дать новый трудовой договор. Какой-то важный, значимый контракт. То есть обучение, которое идет в пользу. Либо позволяет вам, допустим, обрести собственное становление, собственную клиентскую базу. Потому что это исследование открытия. Это открытие тайны, информации, получение знаний, которые принесут вам счастье. Ну, еще помимо всего прочего, это как удача на экзамене. Это, знаете, за счет того, что вы заручились чьей-то помощью, поддержкой, кооперацией, потому что, как показывают эти арканы, ну, кто-то помог, допустим, дал конспект, шпаргалку, что-то подсказал, может быть, какие там вопросы будут или как нужно отвечать. То есть человек, который с вами поделится информацией, информация, которая даст вам благо. Потому что это ситуация взаимовыгодного сотрудничества, это удачные союзы. Это партнерские отношения, которые приносят финансовую прибыль. Ну и в принципе, как показывают эти арканы, это ситуация, когда вы с кем-то знакомитесь. То есть новый друг, коллега, там, не знаю, знакомый на тренировках. То есть человек, который для вас откроет какое-то благо. Сам того не подозревая, либо вы не ожидая того, но получите что-то от человека ценное. Информацию, помощь, подсказку, направление, то есть содействие в чем-то. Ну и как следствие замечательный результат. Поэтому пусть перемены для вас будут благостными, пусть перемены для вас будут значимыми, верных вам выбора, решений, пусть ситуация меняется в лучшую сторону и вам способствует всячески этому обстоятельству. Вот такой у вас вышел расклад на эту семидневку. От вас буду ждать информации, как для вас отыгралась данная вообще неделя, отыгралась информация или нет. Я вам за это буду крайне признательна. Не забудьте со временем черкнуть пару строк. Ну, а я с вами не прощаюсь. До следующей недели.